Зияющие дыры окон, как после бомбежки. Расселенный дом по адресу Серебрянка, 22, стоит пустым с 2015 года. Подлежит сносу, но пока вопрос подвис. Поэтому дом, как призрак, пугает и портит вид двора. А именно вопрос его благоустройства стал причиной выезда комиссии из администрации Пушкинского района. Мы болевые точки микрорайона Серебрянка, дома 58, 21 и 22. Здесь прилегающая территория в плохом состоянии. Неблагоустроенные дворы со старыми детскими площадками. То, что они из советского прошлого, видно невооруженным глазом. Жители и ЖСК пытаются наводить красоту своими силами. Новую может поставить только администрация. Но для начала нужно сделать наброски будущей площадки, собрать жителей, чтобы понять их потребности и на основании этого создать проект. Мы сначала сами смотрим, проходим, набрасываем какой-то набросок. Абсолютно верно. Предложение надо дать. Мы выходим к жителям. Конечно. Жители, вот сейчас мы делаем один двор, вот, мы его так показали им, они говорят, а нам хотелось бы, чтобы парковочка была не туда вглубь, а вот сюда ближе, а туда. Все, мы под жителей это все сориентируем, сейчас у нас уже практически мы заканчиваем. На площадке должна быть зона для отдыха взрослых, лавочки, где могут посидеть бабушки. Однако вечерами на этих лавочках сидят шумные компании, иногда маргинальные. Этот спорный момент тоже нужно регулировать жителями. Нам нужен объективный контингент жителей, который готов конструктивно мыслить. И решение должно быть тоже за большинством. Понятно, у всех людей это разное. Понимание жизни. Комиссия отметила, что жалобы жителей правомерны. По итогам принято решение о разработке возможных вариантов благоустройства на встречах с жителями. Если они не придут, то поквартирное голосование. За какой вариант будет больше голосов, то и реализуют. Анастасия Спирина, Константин Кузнецов, Дарья Михайлова, Пушкинское телевидение.